сохранения лесов на нашей дискуссионной площадке, в правилах и регламенте. Девушка. Меня зовут Канаев Алексей, депутат Государственной Думы. Но прежде чем перейдем к содержательной части работы, мне бы хотелось предоставить слово Николаю Петровичу Николаеву, как одному из инициаторов, вдохновителей, драйвер нашего национального форума, председатель комитета Спасибо большое. Я, на самом деле, вы знаете, все здесь присутствующие, и не только те, кто присутствует здесь, потому что действительно очень приятно видеть тех людей, лица, которые уже не просто знакомы, а с которыми сотрудничаешь, с которыми мы уже много раз общались, разговаривали, ездили в различные поездки. Это очень приятно, потому что, на мой взгляд, Национальный лесной форум достиг, мы еще многого не достигли, конечно, но то, что мы точно достигли, что создалось такое вот сообщество, в которое входят и эксперты, и представители отрасли, и предприниматели, ученые. Но именно в такой вот общей работе, мне кажется, можно будет преодолеть очень много проблем, которые есть в лесной отрасли, о которых мы говорим. Я не буду долго сейчас там по существу говорить, еще будет пленарное заседание, мы будем подводить итоги. Я рад от всей души всех вас поприветствовать на вот этом вот итоговом этапе и сказать вам огромное спасибо за ваше участие, за ваш прием в регионах, за ваше неравнодушие и высказать готовность совместно дальше работать, решать. Вопросы многие непростые и сложно решаются, но тем не менее нужно двигаться вперед. Спасибо вам большое. Давайте мы сегодня подведем итоги нашей работы. Мы все зафиксировали после каждого регионального этапа. Сегодня давайте будем на вот таких вот площадках стараться именно отточить формулировки, сформулировать, определить, что непосредственно должно быть в результирующих наших документах, что дальше будет. После того, как мы вот здесь отработаем нашу резолюцию и подведем итоги, мы хотели бы провести парламентские слушания в Государственной Думе, где были бы обсуждены итоги национального форума, и, возможно, я очень надеюсь, вот наша резолюция стала бы рекомендацией парламента уже, для того, чтобы наши вот эти вот предложения, наши мысли, наши идеи, они стали рекомендациями парламента, правительству, заинтересованным сторонам, чтобы результат нашей работы, он все-таки был не просто в том, что мы собрались и поняли друг друга, а в том, что принимались бы какие-то законы, менялись бы какие-нибудь приказы и так далее, и так далее. Спасибо вам еще раз и давайте поработаем. Спасибо. Коллеги, предлагаю приступить к работе. Очень коротко о порядке нашего диалога, нашей дискуссии. У нас такие докладчики. Время доклада 5-8 минут, предварительно скажем о докладе, что мы говорим, но мы стараемся предоставить возможность лучше задать вопросы, высказать мнение, только для того, чтобы, о чем сказал Николай Петрович, отточить формулировки, отточить основные тезисы наших рекомендаций, которые предстоит обсудить уже в рамках предварительного заседания. Поэтому место дискуссии у нас остается. Я надеюсь, что 2 часа у нас столько времени отведено на работу нашей площадки, а это очень эффективно. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Я думаю, что на этом мы вступительную часть завершим. Хотел бы только напомнить, что основной целью проекта воспроизводства лесов в рамках сохранения лесов в рамках национального проекта экологии является обеспечение баланса выбытия воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году и сокращение ущерба от лесных пожаров почти в 3 раза. Соответственно, без законодательной работы это невозможно. Спасибо большое Государственному Думе за то, что мы так имеем возможность обсудить предметно и досконально. И я хотел бы предоставить
слово соответствующим докладом Чуркину Владимиру Викторовичу, заместителю директора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Пожалуйста. Уважаемый Алексей Ульянович, Александр Викторович, уважаемые коллеги, здравствуйте, всем добрый день. Реализация федерального проекта сохранения лесов обеспечивается принятием одного федерального закона, одного постановления, правительства и 4 приказов Минприроды России. На сегодняшний день строго в соответствии с планом графиком реализации проекта необходимы нормативно-правовые акты изданы, вступили в силу, и я кратко доложу основные концептуальные позиции. Итак, новая редакция правил лесовосстановления утверждена приказом министерства. В соответствии с изменением лесного кодекса повышен статус проекта лесовосстановления как отдельного документа планирования этого важнейшего лесохозяйственного мероприятия. Предусмотрено согласование проекта лесовосстановления уполномоченным органам власти и размещение в сети интернет для ознакомления всех заинтересованных сторон. Для контроля качества лесовосстановления в проекте устанавливаются требования к молодникам для признания работ завершенными. В целях обеспечения гарантированного качества лесовосстановления установлены требования о поэтапном увеличении доли в искусственном лесовосстановлении доли саженцев закрытой корневой системы. Хочу обратить внимание коллег из регионов на то, что правила лесовосстановления содержат особенности для ряда лесных районов. Научно обоснованные нормативы подготовлены по инициативе региональных властей. Наиболее активны по этому направлению коллеги из Архангельской, Вологодской, Иркутской, Ленинградской областей, Республик Бурятия и Карелия. По инициативе руководителей регионов совместно с нашей профессиональной наукой была организована полевые исследования, в результате которых появились нормативы, учитывающие специфику лесоразведных условий данных территорий. Для лесоразведения также приказом Минприроды предусмотрен проект выполнения работ, в котором описаны все этапы лесоразведения и определены критерии оценки состояния для признания работ по лесоразведению совершенными. Проект лесоразведения также подлежит согласованию с уполномоченным органом власти и размещению в сети интернет для ознакомления заинтересованных сторон. Мы максимально расширяем возможности для публичного, для гражданского контроля за работами по лесовосстановлению, лесозаведению, всему тому, что делается в рамках федерального проекта. Это направление, которое будет и дальше развиваться в части информации о лесах. Мы внедряем современные технологии в процессы обследования лесов для отнесения участков лесовосстановления, лесозаведения к занятым землям, покрытым лесным землям. Предполагается внедрение сезонного зондирования, аэрофотокосмической съемки, аэрофотосъемки. Приказом Минприроды России мы устанавливаем дополнительные основания для расторжения договора аренды лесного участка в одностороннем порядке. На сегодняшний день такое основание одно, неоплата два срока. Мы добавляем неисполнение мероприятий по лесному хозяйству, предусмотренных проектом освоения лесов, мероприятий по остановке лесов в течение 3 лет подряд. Фиксируется и договор расторгается в одностороннем порядке. Ключевым для обеспечения баланса выгоды и воспроизводства лесов, конечно же, является правило компенсационного лесовосстановления, как назову сокращенно, все уважаемые коллеги понимают, о чем речь. Правила утверждены постановлением правительства в мае текущего года. Правилом регламентированы все этапы работ от определения фонда земель и размещения информации на сайте уполномоченного органа до сдачи и приемки выполненных работ. Определены обязанности всех участников процесса органов власти, сроки совершения административных действий. Безусловно, это совершенно новое регулирование и для органов власти, и для компаний, поэтому реализация правил компенсационного лесовосстановления вызывает вопросы, в том числе и справедливость, которую мы постоянно разбираемся, обсуждаем. Мы совместно с коллегами Росэскоса готовы рассматривать обоснованные предложения по результатам правоприменения правил
готовы корректировать действия актов региональных властей. При этом хотелось бы подчеркнуть, что отступление от концептуальных положений 212 федерального закона и порядка компенсационного лесостановления не будет. Один гектар вырубил, один гектар обязан восстановить. То есть в результате активного лесоводственного воздействия один гектар вырубки должен перейти в один гектар покрытых лесом земель. И многолетний отечественный лесоводственный опыт, и зарубежный показывают, что гарантированное лесовосстановление хозяйственно-ценными породами в обозримом периоде времени достигается только искусственным лесовосстановлением с использованием улучшенного семенного материала и саженца закрытой корневой системы. Поэтому мы считаем разумным направить усилия на формирование в регионах лесосеменной базы, на создание сети современных питомников. Кроме того, коллеги, это также очень перспективная ниша для инвестиций. И нам поступает обращение от компании, что нет посадочного материала, что нет фонда, нет каких-то возможностей. Мы считаем, что, в принципе, все в руках регионов, видим огромный потенциал эффективности именно во взаимодействии на уровне региона компаний с органами власти. Мы видели модель заключения, возможно, какого-то долгосрочного соглашения с губернатором с резервированием площадей для, значит, компенсационного лесостановления для конкретной компании. Все планы работы известны. Возможно, в рамках этого соглашения сразу предусмотреть выполнение работ специализированным учреждением, ну, лесхозом. Мне кажется, все это возможно. Мы готовы помогать в этом для нас треугольном вопросе эффективности. Вторая часть федерального проекта, как было совершенно справедливо отмечено Александром Викторовичем, это сокращение ущерба от лесных пожаров. В этом блоке новых нормативных правовых актов не предполагается. Мы исходим из того, что вся база создана, и необходимо ее строго выполнять и соблюдать. Выделяется в рамках национального проекта целевое финансирование на технику, она доведена до регионов. При этом хотелось бы обратить внимание на такие примеры, что 18-19-20 год были выделены дополнительные средства по 1,4 миллиарда на авиамониторинг. Но мы видим снижение качества авиационного мониторинга и, в общем, отрицательный результат. Выделяется по 1 миллиард рублей ежегодно на увеличение количества инспекторов. Но почему-то эффективность не достигается. Поэтому хотелось бы обратить внимание, что, возможно, это дело не только нормативно-правовых актов. И в ситуации реализации федерального проекта, конечно же, каждый рубль с федерального бюджета потрачен на технику, на оборудование должен давать максимальную эффективность. Поэтому, коллеги, позвольте всем пожелать плодотворной работы. Мы готовы к максимально открытому диалогу, сотрудничеству по всем позициям, но и доложим. Спасибо за внимание.